Ты мой желанненький, ой, вырос-то как! Ты кто тут такой? Фу, ну брысь, слюнявый! А ну, считаю до трех! Раз, два! Ну-ка, наводи! Сейчас стрелять буду! Два с половиной, слазь, кому говорят! Из обоих стволов бронебойными наводи! И три! Вот так! Кикимора, по сто раз просить не будет! Вот такая! Полина Яковлевна, тихая охота в среднерусских лесах. Тук-тук-тук, кто в домике живет? Никого. Ой, берем. Не видишь, что ли? Вот он, гриб. Иди, ну иди же, ну иди. Кикимора, а ты как грибы собираешь? Режешь или выкручиваешь? Я? Ой, мил человек, я и рублю, и пилю. А главное, лишнего не беру. А если гриб червивый? Чего ты? Не червивый, а с личинками грибного комара. Не бери, ни мокрый, ни с личинками. Личинки они внутри. Как угадать-то? А это прозрением делать надо. Ой, трава мягонькая, ой, грибная. Клевер зайчий расцвел. Хорошо, ой. Вот... Как его, по-твоему, зовут, а? У меня в справочнике написано «Вязель». Первая ступень прозрения. Сквозь траву. Наводи, наводи окуляр-то, наводи. Ступень вторая. Энт пошупать надо. Ножку. Шляпку. Так. Ну как, а? Ты такой мокрый. Ну и не бери. Пусть стоит, а то ведь. Ой, глянь, глянь. Да не туда, ну куда ты смотришь? Вон, ну вон. К нам чекан луговой прилетел. Чекает на тебя. Чекает. Ступай, ступай отсюда. У чеканта гнездо на земле. В траве-то его не видно. Ступай. Ой, прозрение третьей ступени. Так-то полногорница зверей. Этот гриб старый. Его и прозревать нечего. Смотри, вон, вон, вон. Видишь, вон, весь поеден. Они же что, вон в земле, видишь? Вон, это все вон белое. Это нити грибницы. Ой, так. А это что? Что за цветы? Что ли ты скажи мне, ну? Что за цветы-то, а? Да мы сейчас в iNaturalist'е прям в телефоне посмотрим. Чего? Это как это там, это кто это там скажет-то тебе, ты чё? Искусственный интеллект. Загружай фотографии, а программа подсказывает название растения. Это чё это? Это как у этой ящерицы хвост, что ли? Оторвался, второй будет. Как нога деревянная, да? У кого нога, а у кого мозги? Запасные в короткие. Ой, не могу.
Вроде того. Сейчас фото загрузится, проверим. Смотри, чина. Или лесная, или клубненосная. А вечером живые ученые и ботаники придут сюда в базу, заглянут и мне подскажут. Не надо мне вторых запасных мозгов, я и своими помню. Чина, левей смотри, вон, садовая овсянка тебя зовет. Не абы какая птица, кстати, а красная книга Рязанской области, третья категория. Поняла? Я без гаджетов справляюсь. Спасибо, Кикимора, за грибы. Если б не ты, ни за что бы не набрала. Ой, читателям поклон, и тебе не хворать. Эх, пойти, что ли, к лешему? Так, пароль не ясыть. Брачный крик самца. Эй, ты чё, оглох, что ли? Лешай, ку-ку, эй! Ага, ку-ку! Ку-ку, старая тута! Вылезай! Грибы унесут, эй! Кто убежит? Ну вообще, за грибом пойдёшь, эй! Говорю, за грибом пойдёшь или нету? Ху, кто там с горбом? А? Кто ты, пень старый? Пилу бери, да побольше. Да ну, какой ж тут гриб? Его уж поди собрали. Какой-какой? Заговоренный. Ну, милка моя, ты все-таки ружье-то возьми ружье. Ой, с детства свистеть не умела. Ружье ко мне. Ну, да чего хорош? Ну, гляньте-ка на него. Ой, что природа с глазями-то мои делает? Ой, красотень, помираю прямо-таки. Эй, красавица, наваливаемся. Ох, два. Эх, раз, два, три. Раз и два. Раз и два. Ой, три. Навались. О, пошла, родимый. Давай, на силу заваливай. Ой, хаес. Так, один кусок мне. В эту надо, в трясину. Водяному один кусок. Один точно ему. Этой надо, слышь, послать. Кочерёшки, бабки Лёшки, кочерёшки. Как зачем? Ты чё? Неважно это. Говорю, надо, значит, надо. Слушайте, Кимра, а давай Зевсу. Ой, да какому Зевсу? Ну ты чё? Старай, ку-ку, ты чё на зиму сушить-то будешь? А чё, хорошо, в Грецию поедем. Да, и правда, сушить-то чего? Мне-то кусочек дашь?